Всем привет, с вами Виктория. Мое сегодняшнее видео будет о таких милых девчачьих штучках, как бижутерия. Я расскажу и покажу вам, где и как я ее храню, что у меня есть. Практически вся моя бижутерия хранится вот в таком вот платьичке. Платье довольно-таки тяжелое, здесь очень много всего, но в то же время не занимает никакого места. Оно висит вот на этой вешалочке, которая шла в комплекте, она даже не снимается, все сдельно. Висит в моем гардеробе наряду с моей одеждой, с моими настоящими платьями. Имеет такую красивую форму, здесь спереди вот бантик и такие отделения. С сеточкой специально оставила пустые, тут как-то бантик, так красиво все идет. А дальше начинается. Здесь у меня жемчужные браслетики, здесь колечко вот с таким вот цветочком розовым. Здесь разные браслетики, тоже браслетики, очень много каких-то золотых браслетов оказывается у меня. Разные колечки. Вот с такими бирюзовыми камушками, она мне очень нравится. Вау! Не то отделение. Это колечко с такой большой бабочкой золотой, тоже мне очень нравится. Вообще, мне нравятся большие кольца, особенно когда я делаю видео о маникюре, очень красиво смотрится. Сережечки. Вот такие под платье, под какой-то такой... вечерний наряд. Красиво смотрится. Колечки. А вот этот браслетик. Эти сережечки и браслетик. Из ракушек я сделала сама. Ну, как вы поняли, с этой стороны у меня браслетики, колечки и сережечки. С другой стороны... все на шее, бусы, подвесочки разные, колье, такие разные штучки. Снимать можно не только разделяя цепочку, а где там вам на пустую показать, отстегивается на липучке, и вы можете с легкостью подцепить, снять, повесить обратно. Еще там обычно висит вот эта стрекоза. Я ее отсюда где-то сняла. Некоторые украшения, которыми я пользуюсь чаще всех остальных, находятся у меня вот в такой коробочке деревянной. Здесь вот такие вырезки, красивый узорчик прозрачный. Эта коробочка стоит у меня на моем туалетном столике. И я вам покажу, что внутри. Такие вот бантики. У меня два бантики. Один и такой тканевый, цветочек, а второй кожаный, синий, темно-синий. Мне нравятся такого рода бантики, их можно как заколоть где-то на волосы, можно на одежду, на рубашку в виде бабочки. Отлично сочетаются и с джинсовой одеждой, особенно вот этот тканевый. Здесь у меня такая тоненькая, невидимая цепочка и с таким маленьким камушком. Заказывала я ее на Алиэкспресс вообще за копейки. Ну, это когда не знаешь, какое... не хочешь перегружать образ и брать внимание на какую-то массивную бижутерию. Вот то, что надо. Самое оно. Здесь еще у меня такое колье. Вы могли его видеть в видео о нюдовых помадах от MAC, видео о покупках джинсовой одежды от Levi's. Такое симпатичное, красиво сочетается и подходит под многие вещи. Даже вот под это платье образ уже будет более нарядный, чем сейчас с моей любимой стрекозой. Еще в этой коробочке у меня мои любимые колечки. Очень я их люблю, милые, красивые, нежные. И вот такая вот
брошечка, птичка киви, подходит под мой ник. Виктория Киви, это как мой символ. Знаете, как у меня часто бывает, например, делаю я демакияж, снимаю с себя бижутерию, и сижу я за своим туалетным столиком, вот в эту коробочку и помещаю. Потом уже переставляю свою платьице. Это колечко подходит мне на средний палец, и тогда кажется, что эти камушки просто в воздухе, нигде не крепятся. Интересная такая задумка. Сейчас много таких колечек такого плана есть на рынке. А теперь самое интересное, я покажу вам свои новиночки бижутерии и некоторых аксессуаров, которые недавно приобрела. Я очень люблю разные такие штучки, и просто пройти возле таких магазинов мне трудно. Всегда хочется хоть что-нибудь докупить. Ну, это очки. Примерю сейчас. Вау, яу. Конечно же, не под это платье. Но мне кажется, они мне идут. А вы как думаете? Напишите. Часики из кожзамом ремешком. У меня есть точно такой же ремень, который я надеваю вместе с джинсами. Еще вот такое вот колье. Оно таких цветов, что будет тоже универсально и будет подходить под много образов, под много видов одежды. Здесь вот вверху черный камушек, грязно-сиреневый, темный и прозрачный. И сережечки и с камушком, из базовой серии, серебристые. Фирма, кстати, Louisa, я не знаю, мне кажется, это австралийская фирма. И здесь, в Новой Зеландии, есть целый, можно сказать, магазин, целый отдел. И там очень много таких милых, красивых штучек. Между прочим, вот эти сережки тоже этой фирмы. Мне они очень понравились. Такие, знаете, шикарные подвечерние платья. Очень. Я не знаю, честно говоря, куда я их буду надевать, так как здесь, в Новой Зеландии, я не особо часто куда-то выхожу на какие-то вечерние мероприятия. Но очень милые и красивые, мне понравились. На этом я буду заканчивать свое видео. И теперь мне очень интересно узнать, как храните свою бижутерию вы. И устраивают ли вас эти способы. Потому что раньше у меня хранились в разных коробочках. И когда я начинала особенно что-то на шею, длинные подвески, какие-то колье, когда я начинала их искать, это было что-то. Запутывается одно за другое, пока достанешь, ты уже не знаешь, что ты хотела. А так на этом платье очень удобно, все себе ровненько висит. Сразу можно даже представить, взять и посмотреть, что тебе надо по цветовой гамме. Что тебе подходит, что ты хочешь выбрать именно сейчас, в данный момент. И также мне легче отсортировать, что мне не надо. Я вижу, о, цепочка уже какая-то потемнела, все, я выбрасываю. Очень удобный способ. Такое платье я покупала в магазине, а смотрела, можно заказать и на AliExpress, и на eBay есть такие платьишко. Так что присмотритесь, это неплохой вариант. Спасибо, что посмотрели это видео, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всегда рада ответить. И до скорой встречи. Пока-пока.